Цветочки всякие, растения, особенно экзотические, это всегда очень красиво и красочно, однако есть среди них настоящие убийцы. Представляем вашему вниманию подборку из десятки самых опасных растений для человека и животных. Тёщин язык или сансевьерия. Это растение весьма неприхотливое и замечательно справляется с задачей очистки воздуха, но его необходимо держать подальше от детей, так как тёщин язык может стать причиной возникновения боли в горле, обильного слюноотделения и тошноты. Алоэ вера. Это чудеснейшее растение имеет массу полезных свойств, заживляет ожоги, порезы и другие повреждения кожи. Но внутрь его применять не стоит, потому что алоэ вера раздражает кишечник, а животным и вовсе экстракт этого растения противопоказан. Фикус. Популярное растение из семейства тутовых. Несмотря на большое количество своих полезных свойств, разочаровывает обратной стороной медали. Для большинства людей они абсолютно безвредны, но исключение составляют аллергики и особо чувствительные особи, у которых фикусы способны вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая рвоту, бронхиальную астму и расстройство желудка. Семейство посленовых. Особо популярные среди них декоративный перец, послен и иерусалимская вишня, брунфельзия и другие. Во всех них содержится соланин – вещество, опасное для жизни, способное разлагать эритроциты. Особую привлекательность могут вызывать цветные и сочные ягодки, которые нельзя употреблять в пищу. Важно знать, что они могут вызывать тошноту и рвоту, сильные головные боли и сонливость, может даже дойти до судорог, дезориентации и комы. При малейшем подозрении на отравление таким растением необходимо как можно скорее выполнить промывание желудка. Семейство молочая известно содержанием вредного вещества эуфорбина, который вызывает ожоги слизистых оболочек и кожных покровов, а при попадании сока в глаза можно не только получить сильный ожог, но и вовсе потерять зрение. А прямо сейчас, пожалуйста, подпишись на канал и нажми на колокольчик возле кнопки «Подписаться», этим вы очень сильно нам поможете, а также сможете смотреть новые видео на нашем канале самыми первыми. Майский ландыш – симпатичный и веселый цветочек, может быть смертельно опасным для домашних животных, в особенности ядовитые его яркие плоды, которые так и хочется затянуть в рот, в особенности маленькому ребенку, который привык все пробовать на вкус. Английский плющ – это растение одинаково ядовито для человека и животных. Оно вызывает нарушение дыхания, судороги, рвоты, а в крайних случаях паралич и кому. Олеандр – очень токсичный цветок. Домашнее животное погибнет, съев даже маленький его листик. А у взрослых людей олеандр вызывает слабость, головокружение, аритмию и тремор мышц. Рододендроны. Также весьма популярные домашние любимцы, которые не безопасны для здоровья человека. В листьях рододендронов содержатся вещества, которые способны оказывать негативное влияние на сердечную мышцу, потери координации, ослабление сердечного ритма, а в особо тяжелых случаях – смерть. Гура крепитанс. Или дерево-песочница, хотя уместнее было бы назвать его деревом-гранатой. Его плоды разрываются с такой силой, что семена выстреливают со скоростью 160 км в час. Семена этого дерева находятся зачастую в сотнях метров от его самого. А на сегодня все. Спасибо, что смотрели до конца. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале.